Панин вид представляет. Макгрегор. Мое имя обогрено кровью на многочисленных полях сражений, охваченных войной шотландских гор 17-го столетия, когда мы боролись за независимость от Британии. Я верю, что и мои предки были там. Я же сражаюсь на современной гладиаторской арене. Эта жизнь не для всех. Кровь, пот и слезы. Я хочу сказать, что настоящий секрет того, как стать лучшим бойцом всех времен, сразиться в тысячи битвах. Но так как никто не в силах выдержать эти побои, появляются подделки. Да, повсюду притворство, и после будет лишь имитация. Слабаков хватает. Когда в книгах будет написана история, меня обнаружат там. Вас же найдут только в Твиттере. Друзья, никогда не бойтесь вызовов. Жизнь будет бросать их вам постоянно. Не бойтесь бед. Встретитесь с настоящим собой лицом к лицу. Мой первый мировой титул. Июль 2012-го. В карманах кроме дыр ничего нет. Я начал свой поход чуть больше 3 лет назад, чтобы вы, бомжи, перебрались с 5-значных чеков на 7-значные. Спасибо, хоть бы кто сказал. Я влетел как ураган, поставив все на кон. Я сделал выстрел и промахнулся. И никогда не буду просить прощения за это. Дерьмо случается. Я приму поражение как мужчина и не буду этого стесняться. Себя я не изменю. Просто, если появится вдруг новый чемпион, дайте мне знать. Устали смотреть, как я делаю деньги? Что ж, сходите вздремните. А когда вы проснетесь, я все еще буду здесь с самым большим рейтингом кассовых трансляций и выхлопом, по-прежнему снимая миллионы. Я проливаю кровь за эту жизнь, и, черт возьми, я люблю ее. Я делаю все, что захочу. Я делаю масштабные события. Я могу делать все, что мне нахрен хочется. Я живу той жизнью, которой я нахрен хочу жить. Такая вот моя жизнь. Где угодно и когда угодно. И это все через тяжелую работу. Без жертв не обходится. Да и все, пожалуй. Друг, будь сам настоящей командой. В любом случае, друзья, спасибо за просмотр. Подписываемся на канал Панин Вид и дайте знать, какой еще материал вы бы хотели увидеть.